Здравствуйте, уважаемые телезрители, в студии Александр Сергиенко. Сегодня у нас в гостях благочины Шилкинского округа, Читинской и Краснокаменской епархии, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла, протоиерей Александр Тылькевич. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Благословите наших телезрителей. Господь благословит. Наша сегодняшняя тема, ну и, собственно, разговор пойдет о том, как воспитывать детей. Батюшка, что есть педагогика? Ну, в дословной своей, конечно, интерпретации педагогика – это детовождение. Был некий раб, которому вменялась в обязанности брать за руку детей, вести его в школу, оттуда там присутствовать при обучении, забирать его со школы. Вот процесс детовождения совершал педагог. Ну, в некотором смысле это и есть, конечно, детовождение. К сожалению, тот раб, который воспитывал в древности человека, он имел полномочия от родителей очень обширные, вплоть даже до выхлопать взорвавшегося ученика. Но, тем не менее, обладая такими полномочиями, я думаю, что талант его должен был заключаться не в том, как он-то выполняет, а все-таки, как он выполняет конкретную задачу. Человек должен получить образование. И вот он, если был хороший педагог, он добивался этого определенными приемами. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день педагогика – это совокупность неких приемов и методов воздействия на человека, которые заставят человека выполнять задачу ту, которую ставит перед собой педагог, а не ребенок. Каким педагог должен быть? Конечно, научить человека трудно тому, чего сам не знаешь. Есть хорошая такая поговорка от осины. Говорят, не растут апельсины. Да? Поэтому, если пьяный человек будет рассказывать, как вредно пить, никто не будет слушать. Или дышать на человека табаком, говорит, ты только не кури. Да вот, видишь, ну, это, наверное, будет не совсем то. Поэтому, в первую очередь, педагог должен обладать тем, чем он может поделиться с тем, кого он воспитывает. Поэтому педагогика в некотором смысле заключается с воспитанием себя самого. Если я чувствую, что во мне не хватает каких-то качеств и того, что, в чем нуждается мой ребенок, я должен в первую очередь воспитать это в себе. Вот, если я знаю, что пить вредно, и я хочу этому научить своего ребенка, я должен сам это бросить. Вот, наверное, так. На прошлой нашей с вами встрече мы уже узнали, что у вас в семье 14 детей, двое из них родные, остальные приемные. Вот в связи с этим расскажите, с какими сложностями вам пришлось столкнуться? Сложности, конечно, существуют. Эти сложности связаны в первую очередь с тем, что, ну, по своей сути мы же существа греховные. Каждый человек грешен. И представляете, 16 грешных существ пытаются жить в одном доме. И вот это самая большая сложность. Каждый человек воспринимает другого человека как человека, существо, посягающее на нечто, чем он обладает. Ну, посягающее на мою койку, посягающие на мою пайку, посягающие на мое отношение с мамой. Там. Ну вот все человек способен рассматривать как сферу своих собственных владений, на которые посягает некто. А если этих некто много, то пытаться урегулировать этих отношений, конечно, стоит очень недюжего труда. Вот в этом есть, конечно, сложность. Еще сложность заключается в том, что не все дети, конечно, рожденные нами самими. Вот, и поэтому то, что заложено в них изначально,
Но оно сказывается. Хочешь, не хочешь, оно вылазит. Если в своей семье, да, поговорка говорит, в семье, говорит, не без праведника, да? Вот, ну, а что говорить о тех детях, которых родили чужие папа с мамой? Ну, у нас нет такой градации чужой и свой, об этом вообще никто не говорит, никто не думает, и как бы, понятия такого не существует. Но, тем не менее, они настолько разные, что если родные хоть чем-то похожи, то эти иногда кардинально отличаются друг от друга, и это тоже накладывает свои отпечатки на процесс воспитания. Вот в этом есть сложность, конечно. А дети какого возраста? Ну, самому младшему, самый младший, Ксюшке 4, самый старший уже 27. Ну, а все остальное умещается вот в этих рамках. Да. Ну, случайно так получилось. Да. Мы вообще традиционно брали в семью детей, которые младше уже старших, чтобы младший попадал в систему. В систему, которая устроена папой с мамой и уже старшим братьям. Все знают, куда класть щетку, все знают, куда ставить тапочки, все знают, когда кормить собак, все знают, как дом устроен. И поэтому новый человек, когда появляется в семье, он попадает в некую такую зависимость от сложившейся системы. И он хочет, не хочет, он не может в ней ее жить, и поэтому он начинает быть таким, как мы. Ну, так получилось. Позвонили с одной больницы, сказали, мама умерла, ребеночка заберите. С другой. Еще откуда-то появилось. Получилось так, что у нас четыре ребенка одного возраста. Они учатся в первом классе. Это дополнительная сложность, потому что, вот, если кто не знает, то воспитывать двойняшек или тройняшек очень сложно. Это структура в структуре. Они между собой всегда способны договориться, даже на языке жестов, но они понимают друг друга лучше, и они уже могут самодостаточными становиться в общении друг с другом. И поэтому они, ну, бандформирование. И вот это вот четверо детей, мы пытаемся их разделять, конечно. В чем смысл этого разделения? Дело в том, что маленький человек, когда попадает в одно общество с взрослым человеком, и обладая, вернее, понимая, что у него нету способности или возможности объяснить вот что-то вот этому, он начинает напрягать мозги. Он все начинает напрягать. Ну, человек не разговаривает. Последний пример нам, у нас Ксюшка. Врачи говорят, такая девочка хорошая, заберите, пожалуйста. Она. Ну, вот один недостаток. Разговаривает. Ну, ребенок 2 года, с которым никто не разговаривал. Конечно, он, ну, полный ноль. На сегодняшний день ребенок, который не молчит, видать, то ли наверстывает, ну, замечательный, хороший ребеночек, но попав в условия необходимости донесения своей информации до тех, кто не обладает языком жестов, на котором они привыкли общаться, он начинает напрягать ум. Все, он начинает, что же этому большому не ясно. И он начинает, вот, и процесс развития, в общем, прям скачкообразный. Она вот за эти, ну, сколько, 5 лет, за эти 3 года, это просто такой скачок, на нее смотрят врачи, говорят, а же она же немая. Ну, вот тебе, немой ребенок. Ну, есть, конечно, свои сложности, мы их разделяем для того, чтобы у них была возможность у кого-то учиться и кому-то подчиняться. Потому что послушание, это же, сами понимаете, выше поста и молитвы. Вот, поэтому, когда человек подчиняется, учится, стремится вверх, это прогресс. Если помести его вместе всех четверых, это будет регресс. Не надо подниматься, не надо расти, не надо стремиться. Можно останавливаться на этом уровне, а это плохо. Для педагогики это плохо. Вот сложности такие. Если ребенок был взят в семью не в младенческом возрасте, в сознательном, когда уже что-то понимал, нужно ли было с ним беседовать, чтобы понять, хочет он этого или нет,
Или такая беседа ни к чему? Не, ну конечно. Да, мы такие беседы составляем. Даже больше того, мы берем сначала детей в гости. Они смотрят, как устроена наша семья, они смотрят, хотят ли они этого, не хотят. Даже интересный такой случай был. У нас девчоночка одна есть, Наташа, и у нас две Наташи. Наташа большая, Наташа маленькая. И вот Наташа маленькая, ее нам отдали, ну, обычно семью не разделяют. Вот если есть в детском доме живут там трое, их не разделяют. Эту разделили. Разделили, потому что сделать с ней ничего не могли, это было оторви, выбросить. Девчонка такая, ну, убегала там со второго этажа, у них выпрыгивала, дралась постоянно, у нее кулаки набиты были, ну, как хорошего бойца. К нам пришла, у нее синяк от корней волос до конца лица. Вот такого размера было. Первое время, когда она смотрит, наши девочки в юбочках же ходят, она обрядилась в юбочку. Ну, юбочки до вечера не доживали. У нее прямая, это было кратчайшее расстояние между двумя точками. Забора для нее не существовало. Ну, вот эта девочка сейчас получила музыкальное образование, сейчас в музыкальном техникуме учится. Удивительный просто ребенок. И она в свое время попыталась забрать братика. Ну, она очень привязана к нему была. Говорит, давайте братика тоже заберем. Ну, вот братику не понравилось. Он говорит, да вы что, так у них работать надо. Ой, мне не нравится, я получу туда, там меня кормят. Ну вот как-то так вот. А девочка осталась. Она всегда, ну потом рассказывает. Иногда сидим вечером, по душам разговариваем. Она говорит, всегда думал, ну зачем я живу? Ну зачем? Ну кому я нужна? А вот когда попала, оказывается, папе нужна, маме нужна. Оказывается, она настолько нужна, что без нее просто жить не могут. Вот, и вот это состояние необходимости она настолько привязала ребенка, что она по своим бойцовским качествам так мальчишкой так вот и осталась. Вот. Сейчас проявляться начинает, конечно, девочка. Но вот педагогика от нее отказалась. Поэтому, да, надо разговаривать. Мы берем, беседуем. Она некоторое время живет, но есть дети, которые уезжают, потому что, понимаете, в большой семье хлопотно жить. Хлопотно. Не только потому, что у тебя носки пропадают, или кто-то твоей зубной щеткой чистит зубы. Но есть свои сложности. Человек должен принять свое место, и он должен понять иерархию, он должен понять, что есть папа, и он здесь главный. Он должен понять, что с мамой не пререкаются, не спорят и не перепираются. И если это его устраивает, он остается. А существует ли у детей какая-то тяга, может быть, к биологическим родителям? На сегодняшний день я видел обратное. Когда один из пап нашей дочери приемной пришел с мест не столь отдаленных, и он ее узнал и спросил, не моя ли ты дочь. Он сказал, то что, у меня есть родитель. Вот. Из тех детей, которые вокруг нас живут, нет, не существует. Они называют нас родителями, и родитель же не тот, кто родил, а тот, кто воспитал, тот, кто кормил тебя таблетками, тот, кто мазал тебя на ночь, тот, кто вытирал твои сопли, там, ходил за тобой с горшком, ночью не спал, тот, кто сидел над твоей учебой, тот, кто делит с тобой свое собственное сердце. И они это чувствуют. Они чувствуют, что ты им что-то отдаешь. И они тебе возвращают любовь. Все-таки, говоря про сложности, слышно было и неопределенно положительное, наверное, плохого без хорошего, как наоборот, быть не может, но все-таки, если сконцентрироваться именно на положительном, а чего хорошего в многодетной семье?
Ну, об этом можно целый трактат написать. Потому что если у любой монетки существуют две стороны, как правило, они, может, посередине разделить и будут друг друга как бы компенсировать, то в большой семье хорошего больше, чем плохого. Намного. Ну, вот, допустим, у меня две девочки учились в одном классе. Вот эта вот Наташа маленькая, с такими кулаками. И Кристина, которую зовут гигамозг. Ну, любой гигамозг, вы понимаете, что если у тебя мозг работает гига, то значит мышцы твои не очень накачаны. Ну, вот она вот такая вот щепочка, конечно. За все время к ней никогда никто не подошел. Вот они вдвоем, это же сила, это же структура, это же, ну, вот никто к ним никогда не продирался. Они вместе ходят в школу, они вместе выполняют такие задачи. Ну, я говорю, я же рассуждаю как крестьянский папа, так как мы живем на земле, мы все вместе ходим копать картошку. Сажаем, копаем, ухаживаем за огородом, а понимаете, когда их много. Это же не только папа с мамой там в грядке торчат. Они, ну, правда, балуются, да, шалят. Но их намного трудно человека на 8 часов к ряду притянуть к какой-то работе. Но меняя там, ты прополишь, ты посадишь, ты польешь, а потом поменялись. И вот этот процесс такой интересный. И поэтому, говорю, в нашей семье наказанием считается, если тебя на дачу не взяли. Или тебя не взяли сено косить, или тебя не взяли рыбу ловить, или тебя не взяли дрова рубить. Но если тебя не взяли, значит, ну ты совсем уж там. Ну сиди, вот двойку получил, сиди, давай учись. Все пойдут делом заниматься, а ты вот давай двойки исправляй. Поэтому в материальном смысле, когда нас много, мы сила. Ну а в духовном смысле, в душевном смысле, конечно, когда бывают моменты, когда вот мы садимся всей семьей, ну, у нас, как любая патриархальная семья, она отцентрична, в главе стола сидит папа, есть мама, здесь старший сын. Вот, иерархия соблюдается полностью до последнего человека. И вот иногда вечерами мы, засидевшись за столом, мы там, ну-ка, Ванька, сыграй нам что-нибудь. А у них все музыкальное образование, дети. Ну вот, один возьмет гитару, другой сядет к фону. Вот такие тихие, спокойные, добрые вечера, они, ну, это вообще, никто не уходит. Даже те дети, которые, ну, нельзя же на 5 гитарах играть, да, кому-то не достается. И вот они там уже засыпают, но засыпают за столом. Героически там, преодолевая вот этот сон, но только вместе всем остаться и до конца сидеть. Сидим, поем. Или когда приезжают к нам гости. Смотреть, как работает большая семья. Я вот смотрю, глаза как горят у людей. Это же в мгновение ока на стол собрано. В мгновение ока со стола убрано. Ну, конечно, не все делают дети. У нас есть машинки, которые там занимаются. Там, работают 25 часов в сутки. Стиральная и посудомоечная. Они. Но, тем не менее, вот их сплоченность, их работа системы оценится в критических ситуациях. А критических ситуаций в больших семьях очень много. И поэтому постоянно, вот мы куда-то выходим, в город все вместе, и ситуация меняется, и мы должны все сплотиться. И вот видишь, как эта структура сплачивается, мы становимся все вместе, старшие смотрят за младшими, младшие держат за руки кого-то, и вот эта структура идет. И вот мы ездили, ну, ездим, поехали на курорт. Потом курорт очень долго вспоминал, говорит, когда вы еще раз к нам приедете? Мы как структура не доставляем никому хлопот. Почему? Сама себя обрабатывает. Более того, как структура, там, обладающая некими знаниями, там, музыкальными, например. Ну, у нас даже такой смешной случай был, вспомнил. Наталья как раз готовилась поступать в музыкальный техникум. Ну, поехала, бери с собой аккордеон.
Все, будешь заниматься. В комнате мало места. Ну, пошла в фойе. В фойе села. Рассказывает старшая дочь. Пошла, пока оформляла документы. Прихожу наверх. Что такое? В фойе бабушки с дедушками устроили себе танцы. Она играет вальсы, а эти тут танцуют, довольные, счастливые. И это и хорошо, что она уже, вместо того, чтобы 5 минут заниматься, она уже 40 минут тянет гармошку. И тем хорошо, что они молодость вспомнили. Ну, фотографии эти остались, я периодически вспоминаю. И Наталья говорит, ну, как ты там дедов-то развлекала? Ну, вот эти все. А, понимаете, еще ценность вот этого общего бытия, она заключается в том, что человеку не свойственно помнить плохое. Человек плохое со временем забывает. А радостное, ну, оно, когда садимся что-то вспоминать. А помните как то, а помните как то, а помните как то. И вот эти вот вечера воспоминаний, они превращаются на самом деле в радость. Когда все вместе, за чаем, мы сидим, вспоминаем там. Как у нас прошлое лето, еще какие-то события. Радости намного больше. Ну, хлопоты... Мне же, конечно, жалко матушку. Жалко, я ее пытаюсь поддерживать максимально. Большую часть нагрузки, конечно, несет она на себе. Но, понимаете, кто больше отдает, тот больше получает. Батюшка, вот в современных семьях, наверняка практически во всех, существует проблема эгоизма. И настолько серьезно, что некоторые родители даже начинают обращаться к психологам или к педагогам, чтобы те помогли решить эту проблему. А вот как в многодетных семьях? Да, эгоизм существует, наверное, в каждом человеке. Просто вопрос заключается в том, как кто с ним борется. Вот. Когда интересы одного человека не перекрываются интересами всех остальных, то эгоизм задавливается. Ну, конечно, каждый тянет одеяло на себя. Ну, как говорят, в большой семье, говорит, рот не разевай, да, без еды останешься. Но... Все знают, любой педагог знает, что в больших семьях эгоистов меньше. Несмотря на то, что грешные проявления души, они свойственны, как любому человеку, да. Но когда мне говорят, что как трудно воспитывать ребенка, а я когда узнаю, что он один, я говорю, это не просто трудно, это невозможно. Невозможно воспитать одного, чтобы он был альтруистом. Невозможно. Двоих тоже тяжело. Ну, троих полегче, четверо. А когда их много? Процесс воспитания, он сам, он как бы, это тот ком, который раскрутили, и он уже крутится. Все, он под себя подминает все, и внутри него все накапливается. Как снежные, помните, как снежные баб собирали? Вот и крутишь, он больше, больше, больше становится. Эгоизм, чем больше семья, тем меньше эгоизма. Потому что всегда приходится считаться с интересами другого человека. А как вы считаете, с чем связано нежелание, ну или страх молодых семей, ну или вообще семей обзаводиться большим количеством детей? Ну, слово «обзаводиться» мне, конечно, это, но это процесс такой, который сам себя вроде как, ну а куда их денешь, они же появляются, вот, не убивать же их. Вот. Да... Не знаю, страхами вообще весь мир полон. Кто-то конца света боится, кто-то боится постареть. Я, говорит, батюшка, я, говорит, боюсь старости и болезней. Я говорю, батюшка, вы себя в зеркало видели? Вам уже 80 лет, до сих пор боитесь. Вот все боятся чего-то. Кто-то боится без пенсии остаться, кто-то боится одиночества, кто-то боится... Ну, волков боятся в лес не ходить. Я вспоминаю генерала Карбышева всегда. И в каком контексте? Когда его немцы заливали водой, понимаете, в 40 градусов,
под водой стоять, ну, это надо великое мужество и великую физическую силу, чтобы, ну, даже не отвернуться от этой струи, потому что, понимаете, по инерции вас обрызгали водой, и вы по инерции можете здесь отворачиваетесь, пытаетесь утереться. 40 градусов ледяная вода. Представляете? Ну, вы помните, чем закончилось это, да? Он так и стоял, как каменная статуя. Он же мог уворачиваться, пытаться увернуться как-то от этой струи, там, визжать, пищать, что-то там. Ну, тогда бы его все равно залили. Но тогда бы он не стал статуей. Он был бы кучей непонятно чего. Но тем не менее, мы его помним как статуя, которая до конца стояла. Но пока были силы, пока уже структура льда не стала его держать, он все это время стоял. Представляете? Поэтому, ну, все равно кончина одинаковая. И так смерть. Но лучше, наверное, умереть стоя, чем как щенок визжа. Поэтому, ну, что бояться-то? Все равно результат один. Процесс... Вот человек – это такая, ну, определенная константа. Да? Человеку не бывает вот больше, чем положено от Бога. Ни проблем, ни неудач, ни болезни. Вот что-то положено, ты все равно ты перенесешь. Но человек пытается от этого абстрагироваться. Вот пытается уйти от этого. И получается так, что он всю жизнь страдает. А человек, который это не боится воспринимать, и наоборот себе принимает боль, как кто-то из святых сказал, да, современный человек пытается бегать за удовольствиями, а удовольствие убегает от человека. А святые люди, они бегают за страданиями, а радости бегают за святыми. Вот то же самое. Человек, который причиняет себе страдания. Ну, понимаете, воспитывать детей – это тоже некое страдание. Да? Это ущерб, это убыток. Это, ну, хлопотная вещь. Но то, что ты получаешь взамен, многократно превышает то, что ты отдаешь. А человек, который пытается это… Ну, вот нет, не будем заводить детей. А что сделаем? А, ну, он уж появился. Ну, давайте его убьем. Ну, давайте убьем. Я столько насмотрелся на этих несчастных женщин, которые заканчивают свою жизнь. Вот родила одного, двух убила. Этот один вырос эгоистом, сел в тюрьму, вышел, пьет, об нее ноги вытирает. И ну что это за жизнь? Что это за жизнь? И материнские слезы, и вечные проблемы, и вечное состояние неудовлетворенности. Вот я его родила, я ему... Надо было троих рожать. Надо было всех рожать, вот, ну, родила бы всех. Ну да, хлопотно, да. Но вспомните, 100 лет назад у наших с вами предков были пенсии. А где доживали старики? У детей. У младшего сына, как правило, да? Ну, и либо у кого-то там, кто больше достоин был. А сейчас где они доживают? Как мне жалко смотреть на одинокую старость. Или более того, в нашем окормлении есть там дом престарелых. Это печальное зрелище. Печальное зрелище. Запах. Это... Вы не представляете, как там пахнет. Там даже есть комнаты для умирающих. Вот они лежат. Ой, там вообще запах смерти стоит. Он еще не умер. Но их здесь трое. А до нее еще 10 умерло. Представляете, что в этой комнате творится? Туда заходишь, и на стенах вот чувствуешь, что там... Ну, это каземат. Каземат несостоявшихся жизней. Представляете? Более того, я знаю, там одну женщину живет, ну, неплохо обставленная комнатка, ее там содержат. Содержит ее там ребенок. Но там... Не дома, а там. Боже упаси кого-нибудь от такой старости. Боже упаси. А жизнь многодетных родителей, ну, есть период хлопотности, да. Пеленки, ну, вы сами с этим сталкивались, как папа. И пеленки, и ночи, и болезни, и сопли, и все, и детские сады, и все. Но, представляете, приходит ребенок. Приносит тебе
батя, шестерка по истории. Ну, знаете, что испытывает отец? Или просите грамоту какую-то. Ну, что грамота? Ну, бумажка да бумажка. А ты что чувствуешь? Ну, ты чувствуешь? Или дочь мне принесла, отдала диплом музыкальный. Папа, это твой. Ну, я, это комичная немножко ситуация, но тем не менее, для меня это повод для радости. Вот. И таких поводов очень много, перечислять их можно очень долго. Несмотря на хлопотность, есть период, когда родители начинают получать то, что некогда посеяли. Но мы сажаем в землю одну семечку, а получаем подсолнух, понимаете? А в этом подсолнухе их тысячи. И если наша семечка была хорошая, добрая, то и добрый подсолнух вырос. Ну, конечно, если мы посеяли там, что попало, у нас что попало и вырастет. Но вот в том-то и задача, что мы призваны, как педагоги, сеять, 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 и чтобы каждая семечка была лучше предыдущей. И тогда мы в свое время начнем пожинать плоды своих собственных трудов. Мы же этим питаемся. Батюшка, но бывает и другая ситуация, когда образовалась семья, но никак не получается родить ребенка. И так может пройти 10 лет во всевозможных попытках, поездках, по всевозможным медицинским учреждениям. Ну, все что угодно может быть, но вот Бог детей не дает. Ну, и надо, конечно, определиться в том, что структура семья, она не всегда предполагает наличие детей. Ну, бывает так, понимаете, вот у монахов нет детей, да? Но тем не менее они живут жизнью, которая тоже семейная, да? Где церковь – мать, игумен – отец, все остальные – дети. Вот. Есть другие структуры, которыми это можно заменить. Но тем не менее, вот, знаете, вот у Сергия Радонежского не было детей, а мы до сих пор его помним, ему молимся. И вот, не будучи в Москве, не сходи преподобного Сергия. Вот. Поэтому даже память, несмотря на отсутствие детей, сохранит. Конечно, можно жить и без детей, но если семья себе поставила в задачу иметь детей, пожалуйста, у меня, вот я сегодня уже вспоминал, есть одна пара супружеская в приходе, которые, ну, вырастили своих детей вот по 14, а все остальное время они жили и хотели иметь детей, но не получалось никак вот иметь детей. Ну, мы говорим, ну, что ж, давай усыновите. Девчоночка хорошенькая попалась. Вот, правда, с больным сердцем, но ничего, сделали операцию. И только они усыновили девочку, она уже снова забеременела. Вот и я думаю, что она еще чем-то родит. И причем ребеночек так и получился замечательный. Несмотря на то, что там пугали, а ты 40-летняя женщина, что у тебя там в голове произошло, что с ума сошла там рожать. Она его родила, ну, чудный ребенок. Это просто удивительный ребенок. Какой ум, какая... Как, вот, ребенок просто мудрость одна сплошная. Вот, поэтому кого усыновить вполне есть кого. Единственное, что хотел бы сразу предупредить, нельзя усыновлять одного ребенка. Из тех людей, которые обладали желанием кого-нибудь усыновить и усыновили одного, я не знаю ни одной счастливой пары. Ну, та же самая проблема, о которой мы с вами говорили, эгоизм. Эгоизм, он перекрывает все, что в него вкладывает. И потом родители удивляются, мы же его вроде как стали для него благодетелями, а он что нам вернул? Поэтому если усыновлять, то усыновлять методично. Одного, потом второго, а потом третьего. Вот если семья не готова усыновить трех, значит лучше не связываться. Этот ребеночек, которого семья пытается сделать своим ребенком, она ему не принесет радости. Эгоизм, он, сами понимаете, никому радость никогда не доставил. Тем более, что
после такого долгого ожидания, представляете? Когда он становится желанным, вожделенным, и которые все на него молятся и целуют во все точки, и вот только этот ребеночек его главу его угластает, а результат какой? Ноль. Поэтому одного, потом второго, а потом третьего. Вот в этом случае, да? Что-нибудь с этого с одного хоть да получится. Батюшка, известно, что раньше были семьи в основном только многодетные, но сейчас ситуация кардинально изменилась, что да, есть возможность жить на земле, но есть и большие города. Вот сколько в состоянии, как вы считаете, семья может воспитать детей в разных условиях? Или тут условия вообще не играют роли? Ну, наверное, не имеют. Да, я знаю много семей городских из моих знакомых, многодетных, которые, ну, при всех городских хлопотах, потому что при отсутствии крестьянского труда в городе есть свои проблемы. И место, у нас же там место, все Забайкалье, можно расширяться и вверх, и вниз, и вправо, и влево. А здесь, конечно, соседи не дадут тебе пробить брешь в стене. Есть проблема, но тем не менее они живут и в этих стесненных. Для меня город большая проблема – это пространство. Вот если есть возможность про пространственную проблему, то это вообще никаких проблем. Вот, можно жить и в городе. Ну, просто знаете, что если папа и мама создадут некую, ну, мир, свой мир, в котором каждый новый ребенок будет его дополнять, там не будет ничего лишнего. Есть проблема в отсутствии труда. Ну, да, ну невозможно на балконе сорвать картошку. Но можно что-нибудь другое придумать. Постоянно чем-то перемежать свою жизнь и создавать. Ну, это же задача педагога. Закрутить так колесо, чтобы у ребенка не было свободного времени и не было желания заняться тем, чем не надо. Ну, вот самый простой пример. Кладем на стол конфету и книжку. У ребенка куда рука тянется? А задача педагога – заставить его выбрать книжку. Мне папа очень мудро поступал в свое время, приучая нас к чтению. Он нам по вечерам читал книжки. И всегда дочитывал до самого интересного момента, а потом делал зевок. Ну, что ты, я спать захотел. Ну, ладно, завтра дочитаю. Ну как, папа, завтра? Ну, тут само началось. Завтра. Ну и что? Прожженные свечкой одеяло, фонарики под одеялом. Ну вот все, вот это вот. Человек приучал. Это прекрасный педагог. А как он нас учил гладить брюки? Ну, видишь, что неглаженные брюки возьмет поперек стрелки на одной штанине нагладит? Все, утром вскочу, а стрелки-то поперек. А как ботинки учил чистить? Ну, возьмет один ботинок, да начистит. Утром скатил ботинки, а ботинки не одинаковые. Ну, приходится второй чистить. Ну, вот это педагог. Знаете, педагог, который не зацикливается там на ежедневном повторении. Чисти зубы. Он создает условия, что не чистим зубы, но не зубами. Не пойдешь просто. Вот. Ну, это талант. Ну, помимо всего прочего, не у каждого, во-первых, есть врожденный талант педагога, и не у каждого есть возможность получить педагогическое образование. И если пользоваться только практикой, то можно слишком долго набивать шишки. Вот откуда можно подчеркнуть эту мудрость? Ну, любовь сама всему научит. Вот это самый большой учитель – это все-таки любовь. Надо понимать, что любовь, она перекрыть может все недостатки и отсутствие педагогического образования, и все. Надо, конечно, их любить. Просто если человек в другом человеке видит образ Христа и
даже пытается относиться к нему как к образу Христа, ну, ты, конечно, не будешь издеваться над этим ребенком, потому что, ну как над Христом издеваться? Он и так столько терпел. Вот поэтому это первое. Ну, а второе. Можно спросить у папы и мамы. Очень хороший повод получить дополнительное педагогическое образование. Потому что они-то уже шишки набили на этом деле. Вот, а если есть дедушка с бабушкой, вам карты в руки, пожалуйста, спросите у них. Ну, делиться опытом – это такая хорошая традиция. Поэтому можно просто спросить. Не все ситуации и случаи повторяющиеся. И, конечно, научиться педагогике, наверное, невозможно. Нельзя сказать «все». Я научился. Это процесс вечный, это процесс нескончаемый. Но, может быть, это и хорошо. И всегда есть к чему стремиться. А насколько практически применимо к жизни в семье то, что написано в Священном Писании? Применимо настолько, что если бы человек это исполнял, человек бы сам себя лишил очень многих проблем. Не нужно было наступать, как говорится, на грабли, да, набивая себе лишние шишки, изобретая всевозможные каски, да, чтобы не так больно было, но продолжать наступать на грабли. Вот я, если разрешите, я процитирую одну из любимых своих книг. Книга Иисуса «Сын Сирахова». Вот в третьей главе, кто захочет, может почитать. Есть такие чудные строчки. «Дети, послушайте меня, отца, и поступайте так, чтобы вам спастись. Ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями». Вот любая семья, она не просто отцецентрична. Любая семья, она имеет определенную иерархию. И и главой этой структуры является отец. Вот. Ну, вообще структура условно так. Бог, царь, отец, мать, дети. Вот. Если эта структура нарушается, то происходят процессы необратимые. Ну, самый простой пример. Мать, которая не почитает отца, получит детей, которые будут вытирать о нее ноги. Система очень простая. Это такое коромысло. Коромысло, ну, где? Центр. Это мать. Вот если мы опускаем одну точку вниз, вот, отец сверху, мать, дети. Если статус отца будем понижать до уровня своего, видите, куда поднимаются дети? Да? А если опустим ниже своего, где дети будут? Залезут нам на шею. Вот. И это наблюдалось неоднократно. Пожалуйста, можно проверять. Возьмите. Конечно, мне непонятно, когда ситуация, когда приходят люди, говорят, ну вот мы с мужем ругаемся, в голове не укладывается. Как диакон может ругаться в церкви со священником? Мы пришли в церковь, а там диакон на батюшку, значит, ну как это, ну статус матери – это статус диакона, а статус отца – это статус священника. Мать – это слишком доброе существо для воспитания, понимаете? Но в ней слишком много мягкого, а в отце этого нет. И поэтому для педагогики обязательно у матери должна быть структура, к которой можно апеллировать. Ну все, мое терпение закончилось. Я зову отца. Все. Для ребенка, если статус отца находится на своем месте, этого будет вполне, для любого взорвавшегося сорванца, это будет вполне достаточно для того, чтобы прекратить свое сорванство. А если статус отца опущен ниже городской канализации,
Ну, зови. Зови сколько хочешь. Если ты на него плюешь, а мы плюем на тебя, то мы и на него наплюем спокойно. Это вот обыкновенная иерархия, которая структурная иерархия, ее изменить нельзя. Если мать понимает свою задачу, свои цели, она понимает, что она из себя представляет, она просто заинтересована поднять статус отца, даже если он пытается себя опустить. Ну вот, говорит, что с ним сделать? Он лежит на диване и ничего не делает, смотрит телевизор. Ну так дай. Не бери на себя все. Зачем ты тянешь, как ломовая лошадь, все? А кто же сделает? Ничего, проголодается, сделает. Понимаете? Задача женщины в том заключается, чтобы отца поднять. Ну, конечно, если принижать его статус, он именно на диван и возвратится. Начнет пить пиво, смотреть телевизор, футбол, ему педагогика как бы на это не нужна. Почему? Потому что его лишили его места. Его лишили возможности управлять и быть во главе. Он же здесь самый главный. А если женщина поняла его, да, пришел, ну, женились, ну, у кого сразу опыт управления появляется? Ни у кого, это же процесс жизни. Женщина умная, она начинает его поднимать. Она начинает поднимать и говорит, вот папа сказал, вот отец сделал, посмотрите на папу, а вот папа сказал. Вот когда она это делает, автоматически статус детей опускается. И апелляция к верхнестоящему структуре дает возможность ей управлять. Хочешь вытирать об него ноги, вытирай. Но только дети сядут тебе на шею. Проверяли многие. Просто, знаете, ценность священника заключается не в том, что он, как батюшка, отец Дмитрий сказал, да, что уж там семи пядей во лбу, а в том, что через его жизнь проходит очень много жизней. И он имеет возможность наблюдать. Вот за сколько лет наблюдал вот эту структуру. Эта ситуация остается без изменений. Когда мать – мать, а отец – отец, то дети всегда будут служить папе и маме. И вообще, смотрите, как вопрос ставится. В Ветхом Завете… Да, мы читаем, конечно, не новозаветную книжку, а ветхозаветную книжку. Но, тем не менее, ни одно слово здесь не будет. Всякое слово исполнится. «Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий мать свою, как приобретающий сокровище. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих». Ну, аксиома, да? А не почитающий отца своих не будет иметь радости от детей своих. Это, ну, логично выходит же. И в день молитвы своей будет услышан. Как часто нам задают люди вопрос. Батюшка, я молюсь, а меня Бог не слышит. Смотрите. В день молитвы своей будет услышан кто? Почитающий отца и матери. Бог его сугубо слышит. Почему? Преподобный Сергий Господь так слышал. Как он относился к своим родителям. Вспомните. Житие его, это начинается с того, как он относился к своим родителям. Уважающий отца будет долгоденствовать. Долго дней ты будешь жить, человек. Почему на Кавказе так долго живут? Какой-то специфический воздух. Да, да, в Москве такого нету воздуха, конечно. Но дело-то не в этом. Дело в том, как они относятся к своим отцам. Отец сказал, это закон. Посмотрите на кавказцев. Хочешь долгоденствовать? Уважай отца. Послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа почтит отца и как владыкам послужит родившим его. Вот смотрите, какая интересная фраза. Это, оказывается, дети должны нам служить. Люди думают, что мы себе сейчас родим ребеночка и будем на него молиться, и будем ему служить. Оказывается, нет. Это, оказывается, дети послужат родившим его. Почему?
а потому что ты когда-нибудь тоже станешь родитель, и тебе тоже когда-нибудь кто-нибудь послужит. А потом, вот эта череда же, она не останавливается. Вспомните наши старые фильмы. Даже в наших старых фильмах осталась память о том, как дети относились к своим отцам. Старый дед там за чупры может потаскать своего лба, тот папа только не до смерти. Ну что ж, старичок хочет загубить, что ли? Да нет, он сильнее этого старичка в два раза. Но он понимает, что папа. Делом и словом почитай отца твоего и матери, чтобы пришло на тебя благословение от них. Ибо благословение отца утверждает дом у детей, а клятва матери разрушает до основания. Если не приведи Господи, кого мать проклянет. Все. Можно идти закопаться в землю и лежать, ждать конца света. Сын, прими отца твоего, старости его, и не огорчай его в жизни его, хотя бы он и оскудел разумом. Имей снисхождение и не пренебрегай им в полноте силы твоей, ибо милосердие к отцу не забыто, и несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится. Благосостояние твое умножится. Понимаете? Люди думают, что благосостояние умножается тогда, когда я буду 25 часов работать, как ишак. Ну, ишак, знаете, такое животное, осел есть. Вот. Ну, ишак, их выпускают в степь, их не пасут. Почему? Их волки не едят. У них мышцы от работы превращаются в резину. И волки ими брезгуют. Они что-нибудь прилично едят. Так вот, благосостояние человека повышается тогда, когда он начинает заботиться о своих родителях. Вроде бы как. Ущерб. У меня же ущерб. Я же чего-то лишился. Я же отдал. Нет. Та пустота, которая образовалась в тот момент, когда ты отдал, она компенсируется. И завтра придет нужный человек. Завтра проведешь нужную операцию. Завтра договоришься с кем. Все так устроится, что ты даже не мечтал об этом. Почему? Да Бог об этом позаботится. Ну, по крайней мере, так Иисус Сирахов говорит. В день скорби твоей воспоминется тебе, и как лед от теплоты разрешатся грехи твои. Знаете, разрешатся грехи человеческие. Опять же, я помогаю родителям, я их почитаю, я их уважаю. Я принимаю их в старости такими, какие они есть. Не пытаюсь научить их уму-разуму яйцо, курицу. Да? И Бог мне прощает грехи. Оставляющий отца тоже, что богохульник. И проклят от Господа, раздражающий мать свою. Вообще, страшные слова. Страшные слова. Не от священника проклят, не от мамы проклят, не от папы. Проклят от Господа, раздражающий мать свою. Вот посмотришь на отношение детей к родителям и понимаешь, весь мир. И причем это культивируется в средствах массовой информации, это превозносится как норма. А что они, старые, да они ничего не понимают. Их еще учить уму-разуму. Ну как учить? Раздражающая мать свою, проклята от Господа. Страшное слово. Представляете, если бы каждый из наших детей жил так, чтобы не раздражал мать свою, мы бы в раю жили сами. Так вот, Святое Писание говорит, что почитающий отца, это выполняет заповедь Божию. Не почитающий отца смертью думает, да, почитай отца и матери своих. В древности, в древней Иудее, непочитание родителей могло закончиться для человека очень печально. Просто смертью закидали камнями, и все, вот эта куча камней, которая лежит за нашим городом, это человек, который не почитал отца и матери. Что этого хочешь? Желающих больше нет. Жестоко? Жестоко. Я не призываю к этому. Мы, конечно, живем не в древнем мире.
Но, тем не менее, люди знали, что делали. Знали, что. Ну, зачем он будет жить, если все равно жизни у него не будет. Семьи у него не будет. Здоровья у него не будет. Детей у него нормальных не будет. Благосостояния у него не будет. Своими грехами зарастет так, что ему останется одно. Горькую пить, чтобы хоть какую-то анестезию принять. Зачем ему такого жить? Ну, взяли, завалили камнями. Вот и все, не живет. Нет, Боже упаси, чтобы кто-то подумал, что я к этому призываю. Нет, Боже, я всех детей очень люблю, и своих, и чужих. Но тем не менее, я знаю, и каждому своему ребенку говорю. Хочешь иметь радость от детей своих? Пожалуйста. Адекватно относись к папе с мамой. Иначе, что посеешь, то и пожнешь. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что у нас в гостях благочинный Шилкинского округа, Читинской и Краснокаменской епархии, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла, отец 14 детей, протоиерей Александр Тылькевич. Батюшка, время нашей беседы уже подошло к концу. В завершение благословите наших телезрителей. Господь благословит. Большое спасибо, что вы к нам пришли, и всего вам доброго. Спасибо, Господи. Уважаемые телезрители, до новых встреч. Mm-hmm.